Там массаж делать. Тайский, да? Да, тайский. Ребята, я хочу упомянуть. Тихо, это русские за уши. Недавнюю передачу по телевидению. Саша, помолчи, пожалуйста. Программа «Большая семья», где собрались все дочери, внуки, правнуки Вертинского. И много говорилось о нем, добрых, хороших слов. Но что меня поразило, это как раз в характере нашего несчастного телевидения, особенно Первого канала. Как он, чтобы вам можно красить гитару, очень пахнет. Ну и, конечно, иногда и канал культуры хромает этим. Во всей передаче не нашлось ни секунды для песни Вертинского. Ни одной песни Вертинского в этой передаче не прозвучало. Это было совершенно позорище. Невероятно. Было, это может быть, только здесь, рассказывать о певце, не дать ни одной песни, все, что рассказать о поэте, не еще дать дочка, ни одной. Обе дочки живы. И обе дочки сидят, и все эти, так сказать, Михалковские отродья сидят, все сидят. Но дочки-то хорошие. Дочки хорошие. Настя хорошая. Как они могли допустить, что не было ни одной песни Вертинского? Безобразие. Да. А сейчас мы попытаемся восполнить этот пробел в нашем клубе. И вы услышите в исполнении замечательной девушки. А еще Вертинского. Вертинский жив еще, да? Саша, ты больше не можешь. Ты не ослабишься. Песня Вертинского. Она сама объявит. А ты будешь петь? Да. Давай. Вы стояли в театре в углу за кулисами, а за вами словами звеня парикмахер, суфлёр и актёры с актрисами потихоньку ругали меня. Кто-то злобно шипел, молодой да удаленький. Вот кто за нас умеет водить. И тогда вы сказали: послушайте, маленький, можно мне вас тихонько любить. А потом был концерт «Степь дороги проталинки». Я забыл все, чего не хотел бы забыть. И осталась лишь фраза: послушайте, маленький, можно мне вас тихонько любить. Я хочу спеть продолжение этой песни. Это продолжение этой песни, написанное Сашей Черным. Руд, гитару другу возьми. Был закат померанцевый, краснул день бледнопалевый. Вы в гостиной сидели весь день, и зашел призадумчивый, такой нежно удалевый. Колыхалась лиловая тень в вашем сердце под поровом, таком нежном и маленьком поселилась большая печаль. Вы замерзли, вам холодно в вашем платьице тоненьком, так накиньте ж на плечики шаль. Я вам сказочку дивную про китайца-болванчика расскажу. Моя крошка Лили, и на мягком диванчике, ножки сжав, словно белочка, целовать я вас буду, Лили. А вы с милой улыбочкой погрозите мне пальчиком, с плечей сбросите теплую шаль. Если слегка поревнуете,
этого бедного мальчика. Неужели его вам не жаль? Был закат и так далее.